Итак, здорово, чуваки, с вами Бодрение Строя. Продолжаем проходить Хитман контракты, наша задача. Ликвидировать, давайте прочтем, что говорят. Ой, сколько целей, ебать. 47-й, это Диана. Все идет так, как мы и предполагали. Но триады стараются любым способом избежать войны. Они хотят провести встречу на территории Красного Дракона, чтобы заключить мир, прежде чем события выйдут из-под контроля. Встреча будет проходить в ресторане Вонг-Фу, которым владеет триада «Красный дракон». Ресторан очень хорошо охраняется. Представитель «Синего лотоса», пожилой человек, приедет к ресторану на лимузине. Уберите его, чтобы сорвать переговоры. Мы хотим, чтобы вина за все легла на триаду «Красный дракон». Там не должно быть свидетелей из «Синего лотоса». Вам придется избавиться от них, 47-й. Аккуратность будет лишней. Ясно. Так, ладно, я иду сюда. Бля, так вот я не понял, на какую именно конкретно кнопку у меня оружие скидывается. Отлично. Переодеться. Так, Чубалбик уже приехал. Блять, а на какую кнопку бросать? Все. На кью, да? Так, и тут у нас Типсон. Так, это все прячем. Одеться. И сейчас под этим видом мы... заколобьем бомбочку. Вот и сила. Но это не все еще, надо еще. Пойду я, короче, шматье сменю свое. Обратно. Ой, блядь, половина хп исчезла. Давай оттянем, потому что из-за него не видно одежды. Переоденемся обратно. Все. Идем далее. Смотрите.
Вот на эту букву бросать. Сейчас подожди. Опции, настройка, конфигурация кнопок. Так, как мне оружие прятать, чтобы оно не видно было? Так, бросить, стрелять, перезарядить, открыть инвентарь, спрятать, вынуть. Не то. Очки начну взять, отмычку, открыть информацию, блять. Ну, нихуя не понимаю, вроде... Так, где же наша машинка? Так, здесь я, пожалуй, сохранюсь лучше. Еще один сейф у меня, в принципе, есть. И... Идем дальше. Осталось еще две цели, да. На машине там много кого. Ну вот и все. Ой, блядь, все разошло. Да, для солидности. И все. Да, блядь, слезь. И задание, в принципе, выполнено, да? Вот, осталось только выбраться, и все. И сваливаем, а чё? Достигал... О, бесшумный убийца я получил. Бонус на оружие АК-74, штурмовая винтовка с глушителем. Отлично, агрессия минимальная. Всем спасибо, кто смотрел. Всем пока.